На Рио-де-Жанейро спеты главные песни и очередь за зажигательными танцами. Германия против Аргентины. И финал уже начался. И начался сенсационно с... чемпионатов и 10-й финал межконтинентальный. Пока перевес... партнера к этой атаке, партнер включается, это Энцо Перес, и дело доходит до удара в направлении ворот, но не передвигает Ламов, казалось бы, знакомую ему позицию опорного, он остается на фланге, а сейчас на Жером. А вот здесь очень неприятный момент для немцев, но не смог сконцентрироваться на выполнении удара Гонсало Игуаин. Вот здорово. Подняли руки все аргентинцы. Сумел исполнить передачу точную на партнера Игуаина. 1-0. 1-0 на 30-й минуте. Гонсало Игуаин. Да. Флажок. Никогда. Посмотрим. А вот и Серхио Ромеро в игре. Очень плотный, хороший удар. К тому же там был еще отвлекающий. Месси получает мяч. Месси в штрафной площади. И как его остановить? Месси! Последнего замаха не хватило, и Буатенг смахнул мяч. Здорово, но сейчас у немцев хорошая атака намечается. Озил! И какую паузу сейчас выдержал восьмой! Какие хитрости и провокации. Вот подача, летит мяч. И вот он попадает в штангу. Вот свезло, как сейчас Аргентине, а! Просто неописуемо свезло. Здесь, правда, офсайд. Нам не особо много скажут. Месси получает мяч. Правильная позиция. Месси наносит удар. И Месси не попадает в ворота. Что за финал? В нем даже Лео Месси не попадает в ворота. Этим уже успел нагрешить Гонсало. Родриго. Месси. Месси тянет мяч. И как выяснилось для себя самого, почему-то Паласио опасался идти на пас. Очевидно, боялся офсайда. Не стал трогать. Четверо в штрафной. Пятый включается. Это кросс. Катит мяч низом. Хорошая позиция. И партнеры, вот эти четверка. Ну, точнее, трое. Мяч у немцев. Нет никакого свистка. Шурле! Отличная позиция для точного удара. Удар-то точный. Здесь, по-моему, мяч чью-то руку находит. И шанс у Паласио. И какой шанс у Родриго Паласио. Вот шанс. И вот гол. Марио Гетце. 113-я минута. С левого фланга пришла эта передача, и запасной Гетце отправляет мяч в сетку и не поднят флажок. Роху, кстати, мяч он успел сохранить в поле, и летит он. Месси. И вот он, финальный свисток. Сборная Германии, чемпион мира по футболу 2014 года. Четвертая звездочка воссияла над Бундестим. Это была замечательная победа. Вот Месси, спасибо. Месси здесь. Но это, знаете, самый первый момент после свистка. Это мы видим реакцию Лионеля Месси. Точнее, мы видим фактическое отсутствие реакции Лионеля Месси в тот момент, когда... немцы поняли, что больше не надо сдерживать. Можно разрыдаться, уткнувшись в плечо товарищу. Золотая перчатка достается первому номеру аргентинской сборной. Знаете, я думаю, что на следующем чемпионате мира он будет спорить за золотую бутсу. Вратарю немецкой сборной Мануэлю Нойеру. Вратарю, который решился сейчас поцеловаться с Ангелой Меркель и чуть не уронил ее с трибуны. Смелый парень. Вот она, золотая перчатка. Награда лучшему вратарю мирового чемпионата. Совершенно достойный человек ее получает. Хотя, я думаю, что по одной из самых заслуживающих доверия версий, это был чемпионат мира замечательных вратарей. Сколько открытий для нас потрясающих. И Нойер, и Очоа, и Иньяма, и многие-многие-многие. Всех надо перечислять. Золотой мяч достается Лионелю Месси. Ну, это вот в самом деле сейчас такой утешительный приз. Знаете, по сравнению с теми золотыми мячами, которые Месси в коллекции уже имеют, это такой, знаете, позолоченный мячик.
Капитан. Капитан, улыбнитесь! Филипп Лам, поехали! Сборная Германии, чемпион мира 2014 года. По праву, достойно, красиво. Поздравляем всех, кто болел за эту замечательную команду. У нее и в России масса поклонников. И мы будем очень рады видеть в России в 2018 году мировых чемпионов немцев. Примерно так, как были рады здесь испанцам. Подождем. Теперь уже праздник. Праздник, который называется чемпионат мира по футболу. Этот самый, наверное, главный праздник для всей планеты. Неостановимо, неудержимо и неотменимо движется в нашу сторону.